все получается тут. Ну, мне кажется, я тут все зачистил, тут больше ничего нет особо. Предметы все собрал. Мобов не всех убил, да, но там как бы ничего интересного в этих мобах нет. Дальше туда. Пойдемте с древом попробуем подраться, не знаю только. Блин, души бы потратить, потому что явно их потеряю. Блин, тут много где-то этих чуваков сидит. Блин, чё с лошадью? Чё это было? По идее, это здесь. Вон эти чуваки ходят. Ну, тут их супер много было. Так, а могу на эту штуку забраться? Могу. Чё, мы пойдем туда? Дракона я не буду трогать, у меня хп. Я могу, конечно, мне кажется, всех поубивать здесь. Они не будут мне прям сильно-сильно мешать. Но это будет так долго. Смогу весь день натупить. А если я еще умру где-нибудь, то случайно это еще на дольше затянется. Нет. Это долго и уныло. Ну окей, давайте все равно пометим то, что мы тут пропускаем. То есть я пропускаю этого дракона. Давайте меточку. Давайте вот так вот даже сделаем. То есть здесь дракон пропущен у меня. В целом все здесь драконы пропущены. Я вернусь, наверное, поубиваю всех драконов. Хотя зачем? Блин, реально респавнится. Это просто обычный моб, с которого даже ничего не падает. Понимаю, с него какой-нибудь супер редкий лут падал. Может быть, конечно, падает, но это... Насколько часто? Он проснулся, так слышу, да? Человек рычит. Так, где я? Где-то еще здесь. Блин, пещера как-то маловато. В этой зоне. Ой, разрычались, блин. Это вообще в целом пустая локация. Все это ради одного дракона и больше ничего, да? Кстати, вот в первой локе очень много пещер было. ХПшки, но ХПшки мне не нужны. Здесь можно засамонить почему-то было где-то. Это где? Погнали по этой дороге, пойдем. С ней буду их убивать. Тут слишком много. Там я был, по идее. Тут их очень много стоит, реально. С каждым драться такое себе. А, ну это просто вывело меня к этому же пути. То же самое, да? И тот же босс тут, да. Погнали по кругу тогда поездим. Пойдем травить босса. А че у меня лошадь не бежит? Сломалась? Чел, отстань. Ну, с босса, я так понимаю, падают всякие эти слезы будут. Возможно, что-то крутое пойдет. Я бы следующий костер бы, наверное, нашел, потом вернулся к этому боссу. По-любому после этого босса есть костер. О, кого-то убило. Все, пойдет меня? Давайте подбираем цветочек. До сих пор не уверен, зачем они мне. Возможно, они нужны для крафта смазки из этих. Для молний. У меня просто рецепта пока нет. Еще один дракон мертвый.
О, а ты что-то интересное вроде бы, да? Блин, я даже жуков не могу пробить по урону. Что, меня жук ударил? Блин, меня сейчас еще и убьет. Звериное тело. О, это звериное заклинание? А, кстати, блин, да, это, по-моему, что-то нашел и пропустил, да? Не прочитал вроде, или прочитал. Или я ничего не находил. Звериное тело. Нет, это отказ. Но звериное тело, наверное, с заклинанием зверей. А, кстати... Блин, странный какой-то тир, то есть это звериное заклинание, то есть молитва Гуранга жрица зверя, а это нет, это молитва черного пламени. Почему они в одном этом лежат, интересно? А это Гуранга жрица зверя, же вот ворная звериная сила наполняет тело заклинания, замедляет закопление кровотечения и обморожения. Должно быть, обретя разум, звери почувствовали, что постепенно теряют связь с дикой природой. Такое. Просто плюс сопротивляемость. Странно, что это у зверей. Блин, мне комар, мне кажется, сейчас ваншотник. Это что такая игра? Я его ваншотнул, хорошо. А, тут можно вниз спуститься, а внизу что? А внизу я, кстати, не был. А, внизу я... Это пустыня. Это вход в пустыню. Там под землей, думаю, мы где-нибудь пройдем и пойдем в пустыню. Хорошо, давайте запомним, меточку даже здесь поставим. Вот так вот. А, блин, я к цветочку не сходил, да? Надо будет сходить. Так, здесь какой-то чел лежит. Это кусты танцуют, да? Так, погнали с этой стороны, посмотрим, что. А, здесь тоже проход есть какой-то. А, это проход куда? А, это тоже куда-то проход. И мост, да? А, здесь какое-то здание. Давайте сюда сначала, мне кажется, здесь костер может быть. А, это эти штуки. С рунами. А кто-нибудь отсюда придет большой? Вроде они пустоватые такие. Ладно, полутались. Это, кстати, не то место, нигде картина. Ну, у нас, помните, картина была? Вот это вот. Очевидно, это то же самое место. Вопрос, откуда его смотреть. Давайте по берегу здесь пройдемся еще раз. Может, я что-то пропустил? Не, это где-то ниже, 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 ниже. Мне кажется, даже это со самого дна. Со самого. Да. Погнали посмотреть, что это за здание. Оно снизу? А, ну... Нет, тут есть этот... А, все, вижу это на карте. Хорошо. А, и... Потенциально мы можем отсюда попасть. Не вижу костра. Поэтому давайте пока заигнорим, наверное. Давайте пройдем по этому мосту. По идее, мы там уже немножко были в этой зоне, поэтому давайте еще немножко в ней побудем. Так, на этом мост. На той стороне дракон. Но эти драконы огнем не дышат. Тут явно внизу что-то есть, блин, надо будет вниз сходить. Дракон, вставай. Мертв. Да, драконы, блин, умирали вы что-то. А там был? Нет, я там не был, это вот эта вот зона. Это... А, костер, кстати, блин. А, там печать. Блин, хочу туда. И туда тоже хочу. Везде хочу быть. Всякие не ваншотают, я не против находиться.
А ван это, на эту штуку мы уже, получается, были в этой штуке, блин. А это издалека как было видно, и она казалась такой, то, что она так близко. Типа, хочешь драться со мной здесь? Чел, я не буду с тобой драться. Ты многоразовый, и у тебя душ не дует, у тебя... А, ты босс? Отстань. Ой, костер, кстати, нашел. Ты дышишь огнем хотя бы? Ну, хотя бы огнем дышит, ладно. Грел, крылатый дракон. Вот интересно, не крылатые драконы. Пешие какие-нибудь там. Ну что, драться с ним, что ли? Очередной босс, который я скипаю. Но я опять хп дофига. Давайте на коняшке с ним подеремся. Просто, блин, и он еще очередной дракон. Да, кольцо поменять. Сколько урона в голову? 200? А не в голову. А, блин, опять оружие. Стой, стой, стой. Блин. О. Ха, конечно, ваншотнул. Ну, конечно, не жалко. Я не хочу с ним драться, он однообразный. Это все драконы скучные и неинтересные. Коняшку вернул? Чел. Это моя коняшка. Я хочу урон, блин, протестить. А, не в ту сторону. Коняшка, бежим. Просто в голову это не тот урон. Он сейчас меня будет дышать, кстати. А, он, кстати, не полетел никуда, потому что здесь места нет. Лол. Чел. 100 урона, да? А, с этой штукой. Больше. 270, ча. 108, на 8 урона больше, блин. ХП меньше. Да ХП мне не надо, это, блин, не тот босс, с которым мне нужно ХП. Взлетел. Я, по идее, могу скакать, я прыгну в ту сторону, скачу, он такой большой момент. Или нет. Че он дышит? Да, дышит. А, блин, ой, фу, у него это так. Я не буду с ним драться пешком, короче, 100%. С такими атаками я ничего не хочу драться. Ну, блин, его ровно такой же мувсет. Блин, даже не интересно. Он ногой ударил. Причем другой. То есть я стоял возле одной ноги, он решил ударить другой. Рели. А, он просто перелетел. Это только не вертикалка, которую я не могу задоджить, а... Блин, не вижу, что он делает, прям летает. И просто приземлился. Опа, короче, течение сюда. Там тут файер, блин, нашел. А, еще не странно, по ноге. Хвост? Нет, просто разворачивается. Ну, я просто разворачиваюсь. Блин, прикольно, что наконец-то второго пучка можно ударять. Хвост. Нет, снова разворачивается. Я не попал. Ой, я, наверное, в другую сторону получу. Вот в эту даже. Нет, он попадает. А, да? Ну, как хочешь, чел. Мог убить меня, кстати. Блин, возможно, из-за этой атаки стоит взять больше ХП. Что урона 8 это немного. А вот пережить эту штуку страшную хотелось бы. У меня еще одно кровотечение должно пробить 100%. В другую сторону. Ай, блядь! Нет, я почти убил его. Это был... Ай. Ну, я не увидел, куда он едет, типа. Ай, он с другой стороны, да? Но душа у меня с этой. Хотя, блин, как вот я увеличу себе ХП, если я увеличу себе получаемый урон одновременно. Mm.
это надолго. Раз первый трай не получилось. Блин, хилить коняшку типа. Что-то он это. Окей. Я не знаю, как хил для коняшки людей. Шли, конь. У меня больше нету. У меня столько редина, блин, я не накрафтил для коняшки этого Эстуса. Тесно. Мост еще. Сложно понять, куда мне ехать. Тело и будет дышать. Я не побегу. Нет, нет, нет. Он, да, пусть вот так вот подышит вертикально. Он не достанет, по идее. И теперь надо ехать, на самом деле, уже. Чтобы он второй раз так не сделал. Если он сделал, например, это другое дыхание. Или что-то взлетел, чел. И попал. Я не в ту сторону, да, не был? А не понимаю, что он делает. А, он теперь просто улетел? Да ты шутишь. Давайте вертикал. Ну ладно, он слишком тупит. Я успею. Что? Почему? Что? Блять, она походу об стенку задела меня, лол. Да ну нафиг. А, она, блин, огонь пошел об стену, и он задел меня. Вот об этом, кстати, я вообще не подумал. Да, это могло реально так произойти. Окей. Ну, это рандом. Это босс рандом. Мало от ничего здесь, он перелетает. О, мои души. Давайте тут кузыков не заберем. Это, блин, не знаю, что такое. Окей. Пускай на месте дышал. Это, скорее всего, приземлится. Я думаю, за него, кстати, 45 тысяч дадут. Если не больше. Хотя предыдущий был попроще. Наверное, за этого меньше дадут. Я, кстати, это нет. Прилетел? Блин, за перелетом не сложно следить. Да, там реально по стеночке она чего-то этот огонь. Ну понятно почему. Но это было неприятно, лишь умереть этого огня. А, чё, это такой сын уже есть. Я вот уронил. Надо бежать искать это место. Ай. А, это сколько? 1000. 1150, хорош. Дышит. Он, кстати, дышит довольно так.
На память, короче, дышит, не в этом. Положено дышать на мосту. Не падай с него. А снова так дышит. А, не? А, это, блин, это опять я путаю свой огонь с его огнем. Да. Нет, 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 не хочу умирать. Куда мне приземлиться? Для меня? Кстати, я нельзя упасть, это что? Ой. Блин! Это лошадка, это лошадка, это лошадка, 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 лошадка. Да, блядь. Пусти, успеть. Фу, блин. Лошадка, блин. А что там вообще за атака была? Пропустил. Я просто прилетел. Нет, блядь, это опять смерть. Нет, бежать с другой стороны. Не знаю. Окей, блин, опять приземлился жопой ко мне. Он в прошлый раз ведь за этого приземлился, я не понял, что он там этот будет делать потом. Что это? Улетел. А, успею? Блять, назад, нахуй. Теперь вперед. Нет, почему огонь не пропал? Долбаный хитбокс. Нет. Успеть. Сюда кровотечение. Как же у него мало хп. Что это? Бежать. Просто бежать. Ой, блядь, нет, вернись, пожалуйста, дракончик. Ты так хорошо на мосту, блядь, было драться, не поверишь. Все, пизда, он не вернется, да? Блядь, как мало хп осталось. Блядь, ну в камнях драться это суицид. Я ничего не уклонюсь, блядь. Если прям в какой-нибудь камне он меня убьет. Да ну нет, ну нет. Ну дракон, ну вернись. Мы так хорошо общались, чел. Читы это нечестно. Вернулся на мост дракон, блин. И он застрял. Ой, блядь, драконы, почему вы такие тупые? Вот как проигрывает, сразу читы врубает. Ну-ну. Он вроде ползет, кстати, он не застрял. Ползи. У тебя хорошо получается. Давай. Дерево, блядь, дерево. Кто посадил дерево? Срубите дерево быстрее, дракон не может пройти. Ай, как ему тяжело-то, блин, чел. Давай, ты сможешь. Давай ты взлетишь. Надо, короче, попробовать забайтить его. Блять, забайтил. Сейчас умру. Нет. Дракон, давай другое. Короче, надо забайтить, чтобы он полетел ко мне. Блин, как же этот огонь криво летит теперь? Блин, как кайфово было на мосту драться. Чувак, давай ты вернешься. Полети. Ну ты же, ну куда ты ползешь? Да, дерево, бей дерево. О, сползает, давай, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Нет, блядь, сейчас уйдет. Кстати, я первый раз от него эту атаку вижу, я думаю, он ее не умеет делать. Потому что на мосту. Либо он ее не хочет на мосту делать. То есть вот здесь вот он попал сюда и сразу ее сделал. А на мосту он ни разу ее не делал. То, возможно, из-за того, что... Мост считается узким, либо из-за того, что я... А, из-за того, что, может быть, просто банально так не байтил на эту атаку. И пришел всегда под ногами у него был. Но он не спустится, он застрял. Он одну атаку сейчас будет спамить. Он, кстати, это может долететь. Да, блин. Но он не спустится, я не знаю, что делать. Надо к нему ехать пытаться.
Ой, добивать его там, что ли? Это КГ. Типа огонь тут криво летит. Я хотел вообще куда. Но сейчас может до меня долететь, если что. Я об этом даже не узнаю. Как мало ХП осталось. Как кайфово дрались, блин, на мосту было. Кровотечение у меня прокнуло, поэтому кровотечения на лице нету. Уронить, если только его. Блин, ну тут если он взлетит, я не знаю. Тут, типа, смотрите, как бегают криво. По номеру? 45 тысяч! 45! 45! 45! 45! 96! Стоп, блядь, что не так с этими душами? Какие 96? Блядь, за убогих драконов столько душ стоит. Что? 96, охуеть. 96 тысяч. 96. Вау. Просто вау. Ну вы видели босс-файт с драконом, да? И все, блядь, эти босс-файты с драконами вот так вот выглядят убого. Можно, конечно, на земле драться, но из-за огненных атак нет, нельзя. Особенно на мосту. Чё, погнали левел качать? А, я так понимаю, в следующей локе я прихожу перекачанным. О, еще могу 25 даже сразу сделать. Мне там 3000 не хватает. А, ну то есть больше не ресается? О, статус. Нет, не статус. Инвентарь. 3000. То есть 23 тысячи. А ты? Четыре восемьсот пойдет. 25? Все, 25 хп. Ай. А, погнали дальше. Этого дракона, блин, в начале игры, если что, можно убить. Правда, он может улететь вот так вот, это будет такое себе. Пойдемте к цветку сходим, пока не забыл. И пока костер рядом. А, вот сюда. Качаемся на убогих драконах. А, теперь мы можем, кстати, к тому боссу сходить. Тот босс будет посложнее, это не дракон. А, это здесь это должно быть. То есть вот это здание. Вот вход в него. Это же вход. Вот оно что, я понял. Окей. Ну да, что-то я не понял, что стены-то здесь высокие, а цветы тут высоко растут. Понятно.